Всем-всем большой привет! Я сейчас собираюсь колдовать. Впервые в жизни я хочу сварить сама помаду из двух помад. В последнем заказе Avon я заказала помаду совершенство. Да, кажется, совершенство. Она оказалась слишком белой. Она совсем не соответствовала каталогу. И намного белее получается, чем была на фотографии. Выглядит сводч вот так, она выбеливает губы, и такой оттенок он через час скатывается в полосочку и делается очень некрасивый на губах. И вообще мне такие цвета не идут, слишком выбеливает губы и смотрится как-то мертвецки. Решила я разбавить вот такой помадой, она очень красивая, это помада от Mary Kay, но для меня она темная. Мне ее подарила Оксаночка Александрова. И сейчас я каждой помады отрежу по половинке, чтобы у меня и этот оттенок остался на всякий случай. И хочу я их смешать. Мне кажется, получится очень красивый оттенок. В фикс-прайсе многие покупали вот наборы из разных емкостей. И вот одна из емкостей была вот под кремы. Такая баночка, и я думаю, что в ней-то я как раз и сварю. Буду греть в микроволновке, сейчас отрежу по половинке оба стика, поставлю на минуту, на две, но я посмотрю, сколько необходимо будет, потом я это все дело какой-нибудь зубочисткой перемешаю и, наверное, вам покажу результат. И мы с вами сделаем сводч третий, который у нас получится. Поэтому оставайтесь со мной, мне дико интересно, что будет и получится ли у меня. Вот так у нас получилось. Надо ее перемешать, чтобы была однородная масса. Темный цвет более яркий получился. Мне кажется, вообще по-хорошему добавить бы еще светленького, еще погреть. Наверное, я сейчас так и сделаю. Он все равно темноватый. В общем, что у нас получилось? Давайте я покажу. Вот этот оттенок получился. Вот из этих двух. Мне он кажется еще темноват. Помада, кстати, вот перемешанная, быстро застыла. Видите, как красиво. И что я сделала? Весь светлый оттенок, который тут еще оставался, я решила его добавить сюда и сейчас растопить. Эта помада еще у меня вон сколько. Мне ее надолго хватит иногда делать акцент такой темный винный, потому что это помада такого цвета, которая не каждый день нужна, она только так на конкретный случай. Ну а эту мы еще на 30 секунд сейчас поставим, потому что за 30 секунд она просто вот сильно растапливается, успевает. Ну, давайте. Так, у нас все быстренько тут растаяло. Мы сейчас перемешаем, потому что время быстро идет на застывание. Надо, чтобы она успела застыть. Очень быстро растаяла. Да. Так, что мы сейчас делаем? Я сейчас ее сформирую, и мы еще прямо на 5 секунд закинем, чтобы она уже стала одного цвета и уже застынет ровным слоем. Оставайтесь с нами, будем смотреть сейчас результат. Смотрите, что у нас получилось. Ну что ж, давайте делать сводч. Волнительно. Так, ну мы сделаем его здесь. О, мне уже нравится. Так получается. Смотрите, какой красивый цвет. Что было? Бледное совсем, темное, потом так, и в итоге мы пришли вот к этому цвету. Я очень довольна этим результатом. Сейчас я попробую его на губах, но уже понимаю, что мне очень нравится. Сейчас я еще тут немножко добавлю. Посмотрим, как он будет наслаиваться.
Вот такая красота. Нравится. Единственное, что я перемешивала ножом, и можно видеть, что немножко разводиками. Но это даже хорошо, потом кистью оно все равно будет перемешиваться. И в итоге будет все равно вот такой цвет. Очень довольна результатом. Баночка немножко не выдержала, треснула. Все-таки в пластике не рекомендуется кипятить такие вещи. Вот, микроволновка очень жаркая. Но в любом случае крышка закрывается, и у меня появилась новая помада. Ну а эта помада уходит в пустые баночки. Я с ней с удовольствием буду прощаться, а этими двумя буду пользоваться. В определенные случаи мне будет служить вот эта яркая вишневая. А это я буду пользоваться хоть каждый день, потому что... Ну и давайте при другом освещении покажу, что у меня получилось. Я не ожидала, что будет настолько интересный результат. Вот так смотрится оттенок. Вот этот оттенок самый мой любимый получился, какой я люблю. Я очень рада, что решилась на такую аферу. Здорово все вышло. Много получилось в баночке также продукта. С огромнейшим удовольствием буду пользоваться. Кисточкой набирать, правда, придется. Но это совсем не страшно. Зато какой результат. И получается, две помады у меня не просто будут лежать, а я ими буду с огромным удовольствием пользоваться. Сейчас сижу, пытаюсь сложить видеоролики, все кусочки вместе. Раньше я, как и многие блогеры, использовала видеоредактор на Ютубе, а теперь прям такая беда, его удалили. На Ютубе больше нет видеоредактора. И вот я пытаюсь освоить вот такой вот редактор. Многие девочки спрашивают, как, чего я тут делаю. В общем, вот в таком видеоредакторе он бесплатный. Он бывает и платный, но платный там сложнее, ну, проще функции, а в бесплатной версии тут посложнее, конечно. Вот пытаюсь воевать, вставляю кусочки. Сейчас как раз замерла, и вот этот кусочек, который вам снимаю, попробую вставить в конце. Довольная я, что у меня теперь есть еще одна новая помада. Смотрите, после экрана переводишь камеру, она в желтом цвете все ловит, уже никак не сообразит. Ну ладно, я уже буду прощаться. Огромное спасибо всем за внимание. Надеюсь, этот ролик кому-то был полезен. Может быть, и у вас есть помады, которые вам не подходят, а слишком светлые, слишком темные. Не бойтесь, мешайте. Собирайте их вместе. И пускай они вас радуют дальше. Уже вот таким вот салатиком. Всем до новых встреч и всем пока.